Вітайте нашого ранкового гостя. Це Михайло Підгайний, старший науковий співробітник відділу природи Херсонського обласного краєзнавчого музею. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали у цю літню спекотну днину. Поки ще не жарко. Ще не спекотно. Як, до речі, от переживаєте ці дні, проживаєте їх? Я тут пропонувала від початку нашої програми різні методи херсонцям, як врятуватися від спеки. Я працюю в старому зданні, якому більше 100 років. Це таке удовольствие. В цокольный этаж, там еще прохладненько, но потихоньку оно прогревается. Ну, поки що в робочих кімнатах ще жити можна. Ну, власне, так можна врятуватися від теплових, сонячних ударів, але влітку на нас може чекати ще один сердечний удар, коли ми, наприклад, відпочиваємо десь там на річці, дійсно, на природі, і тут бачимо її, цю красуню, змію. І знаю, що для нашої степової зони змії дійсно не рідкість. Знайомте нас із цим змійним королівством. Для степової зони вимирає степна гадюка. Просто навіть непонятно, чому. Є у нас ядовита змія, степна гадюка. Я не розказував, в сюжеті у вас там був повтор. Але вона з кожним роком становиться все реже і реже. Я вже не знаю, як можна з нею зустрітися. Я її от, природовед, я не можу її знайти. З нею пересечься можна, ну, разве що, якщо там в Чорноморський заповідник залізти, або в Асканю-Нову, або десь на Джерлгаче погуляти подальше від води. Ядовитых змей у нас просто не исчезает на глазах. Это если вы поедете в Карпаты куда-нибудь, или там в Житомирскую область, или даже в Харь, там есть другие змеи, они гораздо опаснее, и там они еще есть. У нас же расплодилось огромное количество неядовитых змей. И с каждым годом все больше. Кто на Днепре бывает, ну просто и в прошлые годы, позапрошлые, а в этом году так просто вообще. Водяные ужи плавают везде, просто десятками. Ну, огромное количество. Вони, ну, они там живут, они там живут. Вода их родная стихия, они рыбку кушают. Змей становится очень много, но это не ядовитые змеи. Тобто вони вообще, нам не загрожують. Да, конечно. Ну, нужно помнить, что степная ядовитая, та гадюка, которая ядовитая, степная гадюка, она живет не возле воды. Она же называется степная. Она живет подальше от воды. И их очень мало. А в воде живет в огромных количествах водяной уж. Уж водяной. Вот я всем рекомендую. Очень часто звонят, вот еще участники мой телефон дают. Я каждый день провожу по 2-3 сеанса психотерапии по телефону, рассказываю, что нужно успокоиться и не бояться водяного ужа. Ну, сегодня у нас по телевизору сеанс психотерапии. Уж водяной, он не имеет этих желтых пятнышек на голове. Вот у нас как в народе, там, я не знаю, испокон веку, тысячелетиями, как славяне змей воспринимали. Если есть желтые пятнышки, это уж. Если нет желтых пятнышек, это гадюка. Угу. На самом деле совсем не так. Желтые пятнышки есть у обыкновенного ужа. Вот их две разновидности. Уж обыкновенный с пятнышками, уж водяной. Уже и водяных, я не знаю, в десятки раз больше. И все больше и больше становится. У нее нету желтых пятнышек. У нее такая окраска шахматная. Вот их называют в народе шахматка. Угу. Там поплыла шахматка, говорят. Их очень много. Ну, это тоже уж, это не гадюка. Хотя вот народное название водяная гадюка. Если мы плавали, да, если змея плывет в воде, можете сразу успокоиться, это не гадюка. И вообще, если возле воды, где-то в плавнях, на дачах вы увидели змею, сразу расслабьтесь, гадюк здесь нету. Степная гадюка живет в сухом месте, в степи. А водяных уже очень много. Это такая проблема. Тут же еще в чем дело. Можно так, я могу долго рассказывать о том, что уж водяной не ядовитый. Он даже не кусается. Он вообще безобидный. Трудно придумать более безобидное существо. Вот я все время об этом говорю. Мышку вы поймаете, маленькую мышку поймаете, она вас укусит. Водяной уж таких полутораметровых размеров можно спокойно брать в руки, он не кусается. У него нет оборонительной реакции укусить. Это рибоядное существо. Добре, поэтому главное не бояться. Підсумовуємо, на Херсонщині ну, якась небезпека. В тих містах, де ми відпочиваємо, можна змій не бояться. Ну, другое дело, що фобію-то ніхто не відміняв. Люди бояться інстинктивно. Можно, я не знаю, сердечный приступ получить. Надо как-то себя контролировать. Нужно понимать, что мы с этой природой, мы от нее никуда не денемся. Мы будем с ней жить,
А водяных уже все, с каждым годом их больше становится. И это никуда не денется. Хищников нету, хищников мы истребили. И плодятся вот такие вот животные, которые с человеком прекрасно сосуществуют. Где найчастіше мы можем встретиться? На воде. Вода раз. Везде, на Днепре, где есть пляжики, места отдыха, везде кишмя кишат уже водяные. Угу. Просто невероятное количество. Ну, кроме тех мест, где уж очень много людей. Вот гидропарк я вчера так и не отловил ни одного. Все-таки распугали. А если пляжик там на дачном каком-то участке, небольшой, или просто в плавнях, там посмотришь на воду, и то тут плывет, то тут плывет, то тут плывет. Уж водяной, такая небольшая, довольно метра полтора, да, рыбоядная змея. Бояться ее не нужно. Ну, конечно, если у вас нет фобии, фобия встречается часто, люди инстинктивно пугают, хотя привыкают. Вот я заметил, я частенько отдыхаю на дачном пляже возле голой пристани, там у друзей. И вот лет 10 назад, когда появлялся водяной уж, люди все выпрыгивали из воды. Сейчас все спокойно купаются, никто не обращает внимания на них. Мы уже привыкли, потому что их становится все больше и больше. Считается, что водяная гадюка в воде не кусается. Она вообще не кусается. Водяной уж никогда не кусается, ни при каких обстоятельствах. Ну, десь поблизу якоїсь місцини, де є скелі, можливо, дачі у когось там поряд, у лісі можемо зустріти гадюку? Ну, да, на пісках, от де-нибудь в Цюрюпінському, Голопристанському районі, раньше жила степна гадюка. Ну, что-то в последнее время численность уж совсем невелика. Теоретически, да. Бувало, иногда весной заползали дачникам, вот в Карташинке, в Каханах, на дачный участок, потом люди начинают весной там наводить порядки, убирать кучи хвороста, а тут тебе гадюка. Она маленькая, небольшая, но ядовитая. Конечно, не такая опасная, как где-нибудь там в Карпатах, там другие разновидности. У нашей доза яда небольшая, но, конечно, это малоприятно. Укусы гадюки. Каждый год встречаются случаи укуса степной гадюки в Херсонской области, но давным-давно никто не умирал, я таких случаев вообще не знаю. Ну, слава Богу, позитивні новини. Михайло Миколаївич, у нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ось ви кажете, що гадюки там не живуть біля води. А я в 92-му бачив на березі Вірьовщини гадюк. Ну, от то, що ви бачили, скоріше всього, уж водяной. З чого ви взяли, що це гадюка? От інтересно. Чому ви вирішили, що змію, яку ви побачили, що це гадюка? Так вот, только что я об этом говорил, что если есть желтые пятна на затылке, это уж водяной. Если нету желтых пятен, наоборот, господи, я уже запутался, уж обыкновенный имеет желтые пятнышки на затылке, уж водяной не имеет. И водяных ужей в десятки раз больше, чем обыкновенных ужей. То, что вы видели, называется, на Веревчине их так же много, как и на Днепре. Эта змея называется уж водяной. Вот я просто рекомендую всем, кому это интересно, вот и есть доступ к интернету, наберите в гугле «уж водяной» и откройте картинки, посмотрите. У водяного ужа очень такая характерная внешность. Он в шахматную клеточку. Он такой коричневый, покрытый пятнышками, эти пятна расположены в шахматном порядке. Вот то, что в народе называют шахматка. Это называется уж водяной. Гадюка немножко не такая, и возле воды она не встречается. Не бойтесь, змей, на веревчаной балке так точно гадюк нет. Не бійтеся, купайтеся, відпочивайте, да, власне, задоволення. Але, можете преодолеть фобію. Але припустимо, і були такі розповіді від дачників, що от дійсно зустрілися вони зі змією. Як себе треба, з гадюкою, як себе треба поводити при цій зустрічі? Ну, не трогать ее руками, да как может гадюка укусить? Ну, это если вы на нее наступили или взяли руками. Ну, только две таких возможности. Вот у нас был случай сотрудника нашего музея, укусила гадюка, он решил, что он ее может резко рукой сбросить со своего там планшета на природе, да, в лесу Цюрюпинском. Ну, у нее оказалась змеиная реакция такая, что не получилось у него ее сбросить безболезненно. Ну, еще, ну, только так. И это настолько редко бывает. Ну, але мы маємо бути готовими до цього, якщо ну, если такое произошло, ну что делать? Надо обращаться к врачам. А до лікарська допомога має бути якась? Ну, лучше ничего не ни в коем случае не перетягивать руку. Лучше просто ничего не делать, как можно быстрее бежать в сторону больницы. Ничего, пить, да, вот еще. Единственная такая рекомендация, более-менее ну, адекватная, да, на все случаи жизни, как можно больше воды. Потому что любое отравление организма сопровождается обезвоживанием.
Поэтому пейте больше воды и бегите к врачам. Або вызывайте швидку. И не бойтесь, да, еще момент, не нужно бояться. Страх иногда убивает гораздо сильнее, чем я. Потому что может произойти и сердечный приступ. Бояться у нас, мы живем в таком месте, где змей можно не бояться. Особливо в плавні Дніпра. І ще такий момент хотіла уточнити. Знаю, що знову ж таки дачники для того, щоб попередити таку зустріч зі змією, вмикають там голосну музику, наприклад, на своїх радіоприймачах і кажуть, що таким чином от вони їх відлякують. Чи правда? Кошмар какой-то. Чи реагують змії? Чи вони щось чують? Та ні, водяних уже нічим не спугаєш, вони кишмя кишат тут у тебе під ногами. Я от відкрив купальний сезон, зайшов в воду, ну, купатися в цій воді, зараз Дніпро такий грязний, що купатися не хочеться, стоїш по колено в воді, і через кожні 10 минут пропливає водяний уш, вдоль берега вони так курсують туди-сюди, ловлять бичків. Обичная добыча водяного ужа, маленькая рыбка, чаще всего бычки. И не шум, гам, люди купаются, дети тут же тобто бегают. Відлякати їх практично. Ничего на них, на них не действует. У нас ще один телефонний дзвінок. Бачите, яка тема актуальна сьогодні, у ці літні дні. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Мы вас не чуем. Скажите, пожалуйста. Ага, чуем. Не слышно. Алло. Уже слышу. Доброе утро. Доброе. Говорите. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, но кроме ужей, есть еще желтобрюхи, полозы. Ни одна из этих змей не опасна. Потому что я, например, видел, когда какая-то змейка с удовольствием поглощала лягушку. Уж обыкновенный, скорее всего. Или которая орала, но... Да, о желтобрюхах надо сказать. Тоже, вот, скажите, пожалуйста. Тоже в последнее время, раньше желтобрюх, как и степная гадюка, был в Красной книге, был редкой змеей. Последние годы, опять же, резкая вспышка численности еще и желтобрюхов. Желтобрюхи приспособились жить возле человека. Везде, где есть люди, есть мыши, крысы. Желтобрюх – большая змея, которая ест грызунов. И вот там, где люди, там крысы. Поэтому завелись везде, появились желтобрюхи. Но еще важно то, что люди перестали змей убивать. Вот, мы все-таки становимся цивилизованнее. И как-то сейчас чаще в МЧС звонят, чем просто убивают этих несчастных змей. Желтобрюх тоже стал обычным животным. Постоянно не попадается, постоянно о них звонят. Сейчас вот желтобрюх, в отличие от водяного ужа, кусается. Кусается больно. У него такие зубки такие основательные, тонкие, остренькие, неприятные, но он не ядовитый. Вот опять же, желтобрюх – большая двухметровая змея, может очень сильно напугать. У меня коллега на работе продала свою дачу на Ингульце, потому что там поселился желтобрюх. Может напугать сильно, но он не ядовитый. Ну и опять же, ну хорошо, даже если он и укусит, ничего страшного не произойдет. Их опять же, их тоже будет все больше и больше и больше, потому что мыши, крысы. У меня был случай, когда МЧСников очень сильно одна дама, ну так напрягла их, что они уже просто отвезли меня на пожарной машине в то место, где она живет. Вот представьте себе, мы приезжаем на окраину Херсона. Вот желтобрюхи, она даже знала, что это не гадюка, что это желтобрюх. Поймайте мне этого желтобрюха, а там все завалено мусором. Вот какие-то люки, около 30 люков какой-то канализационной системы, я даже не знаю, что это. Все забито бытовым мусором, естественно, там мыши кишат. И как я вам отловлю эти же? Тут наверняка желтобрюхов целая популяция, потому что крыс много. Поэтому там, где мусор, там мыши-крысы, естественно, там появляются и змеи, которые их едят. Угу. Желтобрюх тоже стал обычным видом. Ну, головне нам навчитися сусідити із цими плазунами і не чіпати їх. У мене був перший случай за 20 лет, коли вот, ну, женщина вняла моїм просьбам не вбивати цю нещасну змію і перезвонила мені. І от вона говорить, да, я відкрила Google, посмотрела, точно, це уж водяной, совпадает з картинками, один в один.
Я преодолела страх, подняла шиферину, взяла этого ужа и отнесла, на это с Таврийска звонили, отнесла, выпустила его в Каховское водохранилище. Первый случай за всю историю общения с, вот, с телефонными жертвами змей. Ну, я думаю, що вони нас теж десь там глибоко в душі побоюються. Конечно. І теж обходять. Тому, щоб уникнути цих зустрічей, то не треба наражатися, не треба їх чіпати, не треба брати їх. Вони практично ніколи самі не нападають, правда ж? А якщо все-таки змія вкусила, треба вжити термінових заходів. І пам'ятайте, що є Google, і завжди можна посмотреть, з чим ви встретились. Картинка, уж водяной, или там уж обыкновенный, или желтобрюх, картинка, и смотрим. Все видно, все чітко можна посмотреть. Михайло Миколаївич, я вам надзвичайно вдячна за нашу ранкову зустріч. Спасибо. Навіть дзвінки свідчать про те, наскільки тема сьогодні дійсно на слуху. Якісь ранкові побажання для всіх наших глядачів? Ну, от ще раз хочу сказати, ми живемо в природі, да? Ми з цією природою тісно взаємодіємо. Нужно бути цивілізованим чоловіком, нужно не хватати палку, не хватати лопату. Ну, как-то цивилизованно относиться к живым существам. Мы с ними живем на одной планете. Мы не должны их вот так вот реактивно брать и сразу убивать. И там на детей ссылается. Вот дети ходят. Вот. Чаще всего детям вашим ничего не грозит. Это ваш страх. Это ваша реакция. Это ваша паника. Преодолейте панику. Разберитесь с ситуацией. Да, посмотрите в Google на эти картинки. Чаще всего никакой опасности нет. И преодолевайте эти звериные инстинкты. Все-таки эта фобия, она нам досталась от приматов там, из Африки, там, где гораздо больше и они опаснее. У нас бояться змей не стоит.